От скажи, будь ласка, Саша, як ти вважаєш, це чесно? Що? Що половину свого свідомого життя я віддала театру. А вмісто цього? Я відіграла головних ролей стільки. Скільки? Скільки ти своїх пісень, власне, не пам'ятаєш. Но, я отримала стільки моя. Театральних премій для того, щоб зараз стояти тут і махати на тебе, на поета. Понимаете, порой достаточно придумать две рифмы, и над тобой будет театральная звезда махать. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Я Владимир, с Новым годом. И со старым вас, и с, ну, и с крещенскими и морозами. Да. Вы бы хотели, чтобы над вами стояла Снежана Егорова и махала афишей спектакля «Орнифль»? Не то слово, но, наверное, надо сначала придумать пару рифмок, ты говоришь, да? Ні, ну можна з ним придумати. Ні, ну ви можете зараз це зробити, Володимире, але спочатку треба буде виграти вот білети і плакатик такий. Ось такий плакат. Слухайте внимательно. Ну-ну. Говорить вам мальчик з буквою «не», «айнане» на голові. 6-7 февраля в Києві в Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки. Что самой по себе парадоксально. Российская драма, но Леся Украинка. Состоятся гастроли Московского академического театра сатиры. Киевские зрители увидят спектакль «Орнифль» от пьесы известного французского драматурга. Вы можете выиграть билеты на этот спектакль, спрячь афишу, там подсказка. Если ответите на вопрос, кто автор пьесы «Орнифль»? Жанна Нуй, Эжен Ионеску или Вильям Шекспир? Ну, Володя, ты сказал, на афише подсказка, я успел посмотреть. Спасибо, теперь точно будет надо мной махать этим опахалом, 100%. Я просто хотел свободы. Итак, кто? Я зараз тебе дам свободы. Кто-кто? Жан Ануй. Ануй, конечно. Жан Ануй. Вот тоже. Ну что ж, Владимир. Вы пойдете тогда 6 или 7, не знаю, куда вам достанутся билеты, и постер вы получите. Вы можете пить и 6, и 7. Один. Или 6 вдвоем, или 7 вдвоем. Вы подумайте хорошенько над этим вот... Что уже? Давайте по...